Очередная трагедия на воде. На этот раз в Ивагинском районе. В окрестностях села Орангой в реке утонул мужчина. Несчастный случай произошел в месте, не оборудованном для купания. Тело погибшего подняли на берег очевидцы, а после передали его полицейским. Всего с начала купального сезона на водоемах Бурятии утонули 20 человек. Шестеро из них – дети. Главное управление МЧС России по республике Бурятия призывает граждан помнить о правилах безопасности при купании. Особое внимание уделяйте детям. Всегда знайте, где находится ваш ребенок и не оставляйте его без присмотра. Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом на единый телефон спасения по номеру 112. В Улан-Удэ хозяйские собаки покусали двух детей. Всего за последние три дня в столице Бурятии животные нападали на горожан 4 раза. Все нападавшие собаки установлены, это собаки владельческие, которые оказались на улицах нашего города вследствие несоблюдения требований по их содержанию и порядку выгула. Еще раз напоминаем, только неукоснительное соблюдение требований о выгуле своих домашних питомцев приведет к предотвращению любых нападений, связанных с нанесением вреда жителям нашего города. Напомню, штрафы за самовыгул, отсутствие регистрации и допущение нападения животных на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей. А в микрорайоне Батарейка горело заброшенное здание приборостроительного завода. На месте работали пожарные. Обстоятельства уточняются. Андрей Слепнев, новости дня.